Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Друзья, вспоминаем старый добрый букс от Дедоки. До сих пор работает, платит. Вчера я сделала вывод. Значит, сейчас я вам все покажу. Я про него немного забыла. Вот. Мне пришло письмо на почту с этого букса. И вот я зашла, вчера все посмотрела. У меня на балансе было $1.60. Как-то так. И получила я вывод. Довольно-таки быстро пришел. $1.57. Ну, здесь все. Вот, баланс вывода. Рекламный баланс. Комиссионный. Трафик. Ну, а здесь криптовалюта. Значит, по выводу. Идем смотреть вывод. Добавили платежную систему Pair, и я выводила на Pair. И прежде чем выводить, вот здесь вот эта вот вся информация, друзья. Читаем всю информацию. Кликаем, переводим на русский язык и читаем. Значит, здесь что они уменьшили комиссию. Если вы снимаете через FaucetPay или Express Crypto, мы получаем в биткоинах. Так что в настройках указываем на FaucetPay адрес биткоина. А если мы выводим на Perfect или Pair, то мы получаем в USD. Значит, минимальный вывод здесь не завышен от 10 центов и максимум $10. Значит, вот основной баланс. Здесь вот Pair я выводила. И также 10 центов минимум вывод. Согласитесь, что ничего не завышено. Давайте посмотрим на FaucetPay, сколько минималка. Также 10 центов. Вот. Так что можно работать и зарабатывать. Но прежде чем выводить, не забудьте зайти в настройки. Вот здесь кликаем и прописать платежные реквизиты, друзья. Вот здесь. Так, давайте я поставлю сейчас на английский. Так, вот. Payment. Платежки наши. Значит, здесь, если вам угодно, прописывайте Perfect Money. У меня здесь изначально был прописан Doge адрес на FaucetPay. Так как он платил в Dogecoin'ах, сюда же я вот этот удалю адрес. Позже я добавлю сюда биткоин адрес, привязанный к FaucetPay. Не факт, что я буду иногда выводить и на FaucetPay. Здесь же я прописала Pair кошелек. Далее опустилась ниже, нажала вот на эту вкладочку. После чего нам на почту приходит письмо с пин-кодом. Копируем эти цифры, цифровой пин-код, вставляем в данное окошко, у вас будет, и кликаем «Сохранить». И ваши платежные данные обновятся. Теперь давайте перейдем к выводу. Покажу вам вывод. Я выводила $1.60 с чем-то, но у них там немножко комиссия как бы есть, да? Вывод. Ну, это бог с ним. История так. Вывод пришел мне довольно-таки быстро. Через час мне пришло письмо о том, что заявка как бы она выполнена. И следом же пришел вывод. Вот $1.59. Pair. Тут немножечко комиссия. Финиш. Переходим на почту. Я даже не открывала вчера письмо. Мне пришло в 10 часу вечера. Это все. И с учетом комиссии плюс $1.57 USD, 9.07.21 год, и вывод AD Doge. Все замечательно, платит. Я не ожидала, что он так быстро. Я на крайняк ожидала, что мне вывод придет сегодня утром. Вот, ну и рекламку здесь я просматриваю только ADS. Здесь нет скрытых реклам. Вот такая вот выпадает рекламка.
так как они все работают сейчас. Подождите, вот ADS. 23 рекламки. Немного, ну и немало достаточно. Апгрейда здесь нет. Вот. Опускаемся ниже. Ну, вот здесь вот рекламка. Здесь был апгрейд, сейчас его убрали. Здесь вот нет, не кликается английский. Вот. И support форум. Возможно, надо на форум будет опубликовать вывод. Вот этого я, друзья, не знаю. Как вот он работает. Вот. Да, здесь вот есть 8 дней назад. Вот не знаю. И здесь вот есть доказательства платежей. Вот видите, по 10 центов кто-то выводит. Вот. И это все можно просмотреть. Доказательства платежей. Вот, ну, в принципе, на этом все. Заходим, работаем, зарабатываем. Я уже не помню, когда я здесь регистрировалась. Год назад, а может и больше года назад. Но до сих пор работает, платит. И все супер. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.